Вкусный и сочный риот из курицы можно сделать из любой части тушки птицы. Паштет из филе будет менее калорийным и жирным, риот из окорочков получится наваристым. Подают к столу его в холодном виде. Сочный куриный риот подают к столу на завтрак. С поджаренными тостами или гренками, на обед, с любым гарниром из круп, макарон, овощей, на ужин, с сыром и овощами. Срок годности блюда – 2-3 дня при хранении на холоде. Филе куриное – 350 грамм. Морковь – 0,5 штуки, крупная. Лук репчатый – 0,5 штуки. Лавровый лист – 2-3 штук. Соль – 0,25 чайных ложки. Перец черный молотый – 3 щепотки. Количество порций 2-3. Подготовьте указанные ингредиенты. По желанию вы можете использовать сливочное масло, если решите хранить риот в банке, его нужно будет залить растопленным сливочным маслом. Промойте часть куриной тушки в воде, срежьте пленки и жилы, выложите в казан или кастрюлю. Добавьте лавровые листья и горячую воду, поместите емкость на плиту и тушите примерно 1 час, если курица была бройлерная, и 2 часа, если курица была домашняя, фермерская. Очистите от кожуры морковь и лук, промойте в воде. Если овощи мелкие, то используйте их целиком, если крупные, то половины. Добавьте в емкость, чтобы они отдали куриному мясу свой вкус и аромат. Спустя указанное время мясо и овощи будут предельно мягкими. Выложите мясо и овощи в глубокую емкость и измельчите с помощью 2 вилок. Бульон не выливайте, добавляйте по столовой ложке в паштет, пока он не приобретет сочную консистенцию. Посолите и поперчите риот. Если планируете его сразу подать к столу, то можете добавить в него измельченный зеленый лук или другую зелень. Выложите риот из курицы в порционные тарелки или на блюдо. Охладите и подайте к столу.